go out. But then I thought, man, what's the point? Five nights lying awake and I could let it go on longer. Сегодня наконец-то выдался такой день, когда я целый день дома и могу посвятить этот день полностью себе. Я давно планировала остаться дома в выходные на целый день, хотя бы один выходной, потому что всю предыдущую неделю я встречалась с друзьями, у меня было просто куча дел и не было ни одного дня, чтобы я посвятила полностью его себе. Но наконец-то сегодня настал такой день, когда я могу это сделать. Наверное, начнем с того, что я немного позабила на планирование, потому что последние полторы, наверное, недели я вообще не открывала свой ежедневник. Это очень странное чувство, потому что до этого, наверное, никогда такого не было. У меня были перерывы, но настолько нет. Поэтому самое важное, что мне нужно сейчас сделать, это распланировать сегодняшний день. Right now, maybe get a room inside out. Drinking in the club upside down. Key in the car, bounce right now. It really don't matter to me. I got your love and patience. Really don't bother me, 'cause it's all love. You say maybe. Maybe don't you want to prove? Move it back and just say less. All the secrets that you got, I can't keep up with your style. Вот такой список дел у меня получился на сегодня. Сперва может показаться, что дел очень много, но на самом деле это не так, так как они не сильно затратны по времени и по энергии, поэтому я надеюсь сделать их все до вечера. И начну я прямо сейчас с финского языка. It really don't matter to me. I got your love and patience. Really don't bother me, 'cause it's all love. You say maybe. Maybe don't you want to prove? Move it back and just say less. All the secrets that you got, I can't keep up with your style. Keep up with your style. I can't keep up with your style.
закончила убираться на своем рабочем столе, под столом, над столом, в общем, на всем своем рабочем пространстве. И теперь я хочу убраться в своем шкафу с одеждой, потому что там очень плохо. Я хотела изначально сделать до-после, но я сейчас заглянула в этот шкаф. Я даже не буду показывать, что там. Лучше я сразу покажу итог, вот, поэтому все, я пошла убираться вот здесь. Это было все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, и мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока-пока!